Часто у вас бывает такое, что увидели устройство или купили устройство и прям влюбляетесь в него? Вот прям всем оно вам нравится. Мне кажется, у меня сегодня именно такое. Всем привет, с вами Маша и магазин Папироска РФ. И сегодня я поделюсь своим мнением относительно Берсеркер РДА от компании Wendy Vape и Алекса from Vapers MD. Я так, активно походила с ним неделю, и знаете, годная штука. Маленькая, вкусная, легкая в намотке. В общем, давно у меня не было таких впечатлений о дрипке, и сегодня я постараюсь передать их и вам. Несмотря на то, что у меня сэмпл, комплектацию я покажу на фоне серийной версии, потому что серийная версия у меня также имеется. В комплекте с дрипкой идет проставки на 22 и на 24 мм, оправа для выравнивания спирали, крестовая отвертка, шестигранник, оринги, винты, сквонг-пин, сменная насадка для дриптипа и целая куча различных воздуховодов. Габариты устройства. 18 мм на 42 мм, то есть совсем маленькая, и, наверное, за счет этого такое вкусное. Более подробное знакомство, я думаю, начнем с внешнего вида, ибо над дизайном тут знатно потрудились. Дрипочка такая, классическая, и никаких лишних деталей. У меня, так как это сэмпл, она в стальном цвете, но также есть в черном, золотом и в радужном цвете. Для того, чтобы она смотрелась на больших модах, есть специальные проставки на 22 мм и на 24 мм. Сверху 510 дриптип, который плотно сидит в верхней крышке. Он имеет узенькое отверстие, это как раз то, что нужно для MTL. Дриптип отличается вот таким интересным радиатором. Плюс сверху есть часть из Ультима, которую, если надо, можно поменять на часть из Делрина. Далее идет крышечка, за которую удобно хвататься. Открываем ее, и можно, например, залить жидкость. Затем идет основное тело с отверстиями разных диаметров для максимально комфортной настройки затяжки. Но это не единственный способ регулировки силы затяжки, ибо еще есть вот такие проставки для обдува. Но о них я уже расскажу чуть позже. Снизу на устройстве идет выступающий пин, винт, удерживающий стойку, ну и различные гравировки. Тело держится на двух хорошо подобранных орингах. Плюс снизу на базе есть расширяющийся бортик, поэтому ничего не протекает. Сама база предельно простая, и это отлично. Рассчитана на одну спираль. Ножки укладываются в эти бортики и зажимаются винтами под крестовую отвертку. Также тут есть непомерно глубокая ваночка на 1,2 мл. И в глубине виднеется отверстие, через которое жидкость будет поступать в атомайзер, если вы установите сквонг-пин. А вот в это отверстие вставляются те самые переходники для обдува. И тут их целых 6, на любой вкус и цвет. Но лично я использую вот этот, с продолговатым отверстием. Устанавливать мы его сейчас не будем. Сделаем это после установки спиралей. Кстати, о ней. Думаю, с намоткой этой дрипки справится даже человек, который будет мотать в первый раз. Но все же процесс давайте объясню. Для начала делаем спираль из самого маленького Fused Клептона или обычного Клептона, который вы найдете. Ссылку на правильные спирали я оставлю в описании. Ну а я буду использовать вот этот Клептон на оправу 2,5 мм на 5 витков. Далее устанавливаем ножками вверх и фиксируем. Теперь обрезаем ножки, выравниваем и прожигаем. Далее укладываем вату. Ее нам потребуется немного. Ну и после пропитываем вату жидкостью. Теперь вставляем воздуховод, окончательно все выравниваем, заправляем, ну и можно парить.
Думаю, по количеству пара для МТЛ приемлемо. Ну, вы и сами все видели. А по вкусу? По вкусу, я думаю, это одна из самых вкусных дрипок, которые я пробовала. Если, конечно, не самая вкусная. Вкусопередача из-за таких компактных размеров находится на действительно потрясающем уровне. По минусам я честно старалась что-то найти. Но за все время использования единственное, что у меня получилось, это то, что дрипка иногда издавала очень странный звук. И я его называла шепот Дарт Вейдера. Но скорее всего я просто неправильно установила спирали или жидкость у меня попала в воздуховод. Но сейчас я переустановила спирали и дрипка работает отлично. По внешнему виду мне дрипка очень понравилась. Она очень лаконичная и не обременена лишними деталями и какими-то гравировками. База удобная, ванночка глубокая, может работать со сконг-пинами, обдув очень гибкий, ну и самое главное, дрипка безумно вкусная. Даже не знаю, что еще сказать про это устройство. В общем, проходите в описании, там вы найдете ссылочку на устройство и скидочный купон. Не забывайте ставить лайки, жмякать на колокольчик и писать комментарии. Ну а с вами была Маша, всем пока!